США 8 ноября прошли всеобщие выборы, на которых американцы выбирали 45-го президента страны. Новым президентом США стал кандидат от республиканской партии бизнесмен Дональд Трамп. Избранный президент стал самым богатым кандидатом за всю историю американских выборов. Журнал Forbes оценивает его состояние в более чем 4 миллиарда долларов. 405-я строка в списке самых богатых людей планеты. Миллиардер, писатель и политик Дональд Трамп известен своими многочисленными резкими и порой крайне провокационными заявлениями. Заядлый трудоголик, главное правило которого – делай и контролируй все сам и не останавливайся на достигнутом. Так характеризуют в мировых СМИ нового президента США, которому отдано 48% голосов американцев и 276 голосов выборщиков при минимально необходимых 270 голосах. Напомним, в Америке голосуют за президента не напрямую, а через коллегию выборщиков. Кстати, нынешнюю избирательную кампанию в США уже назвали рекордной по числу досрочно проголосовавших избирателей. Более 46 миллионов человек воспользовались этим правом. Удивила и явка избирателей. Она составила 60% и стала самой высокой за последние 48 лет. Сегодня же 45-й президент Америки Дональд Трамп выступил с речью. Новый президент обещает наладить добрые отношения со всеми странами, удвоить рост экономики страны и заверяет, что каждый американец без исключения получит реальную возможность полностью реализовать свой потенциал.